любопытный мишка, и заяц, где заяц. В общем, мы прилетели в магаз, аэропорт Ингушетия, ноябрьские праздники, мы думали, ура, на юг. В общем, тут какой-то буран адский, он там чутка немножко заплевал. Вот, вообще хотели добраться, сейчас доехать до Нижнего Ларса, вот, а оттуда уже поступить до Тбилиси. Ну, в общем, посмотрим, что выйдет, если там ничего не перекрыли. Есть несколько вариантов выбраться из аэропорта. А первый — Яндекс.Такси, он не работает. Местные таксисты очень дорого. И вариант два очень просто. Там есть вот такой такси Ташам, Тишам. В принципе, у них нормальные цены. С аэропорта до Нижнего Ларса стоит 1700. Ну, для Владикавказа, думаю, где-то 1200. Я не спрашивал, но, в общем, это сильно дешевле и проще. Вызвали такси до Нижнего Ларса, ну, границы с Грузией. Заяц дошла посмотреть вообще, что там. Умный заяц. Не, ну вернее как, мы хотели посмотреть пробки, а там показывает до границы с российской стороны все зеленое, а дальше в принципе нет информации, зеленое, красное, едет, не едет. Зашли посмотреть на сайт наших пограничников, получается. Вот, и там, что в связи с ухудшением погодных условий, то, что выпал снег, а здесь не снег, здесь реально выпал капитально. В общем, граница закрыта сейчас. Транспорт не ходит. Да, то, что он со вчера снег сыпет, и со вчерашнего и закрыто. Вот. И поэтому мы доехали сейчас до Владикавказа просто. И подумать, что делать дальше. А, да, прикольно. Мы сейчас ехали, и там граница Ингушетии и Осетии. И, соответственно, остановили машину нашу успешно. И такие там, ну все, документы водителя проверили, а он на ингушских номерах едет. Вот, и такие заглядывают к нам туда, на заднее, говорят: о, ребят, а у вас документы есть? Смотрят на меня, говорю, ну типа есть. Говорят, ну проследуйте в КПП. А там реально там КПП такое, как, ну, прям граница-граница. У меня там документ все перепроверили, где-то там по каким-то базам проверили. Ну, в общем, потеряли на этом, ну, наверное, минут 10. Ну, может, меньше. Ну, где-то так, примерно. Таксист сказал, что такое бывает редко, где-то раз в месяц. Что сказал? Ну, он рассказывал, что типа такой бывает редко, раз в месяц. Просто ищут, когда, ну, преступников и перебирают по паспортам. Ну, типа, фотки там, ну, как бы паспорт. Вот. Хрена себе преступник, говорю, а почему меня не забрали? Говорю, ну женщина может тоже бывает преступниками там. И женщина, девушка. Типа, а, нет. Типа, не похоже, так, да? Типа у него именно подозрительная рожа такая. Вот такая вот подозрительная рожа. Вот мы, собственно, сейчас в Владикавказе на главной променадочной. Это проспект Мира. Вот. Здесь все тусят, ходят трамвайчики прикольные. О, дядька. О, смотри, у него как у Элвиса Пресли ирокез на голове из снега. Вот, вообще это какой-то герой, видимо. В общем, ладно, пойдем позавтракаем, решим, куда ехать. У нас есть варианты. Мы думали доехать до Махачкалы. Вот. Либо... Попозже скажет вариант. Ну, в Махачкале тоже сейчас не очень жарко. Там в Дербенте 7 градусов, ну, завтра плюс 12. Ну, тоже дождь, поэтому не знаю, к чему сейчас, куда рванем. Наша эпопея закончилась тем, что вчера мы никуда не попали, потому что продолжал снегопад и грозинская дорога была закрыта до полуночи. А сегодня с утра встали, думали, как посмотрим, открыто, не открыто, если что, Махачкалу поехали. В итоге открыли и
Мы выехали в 8. По всей России? Ну, в 9. Может, полдевятого мы выехали. Да. И сейчас сколько времени? Сейчас сколько пробок? Ну да, то есть мы, получается, до Верхнего Ларса добрались на машинке. И здесь нас подобрали. Ребята как раз из Махачкалы. И вот мы уже прошли границу. Там где-то наша машинка. А, это уже наш? Наш парень. Так, в общем. Здесь уже довольно симпатично. Мы довольно здесь... симпатично? За него сразу как красиво. Не, ну в смысле симпатичнее, чем когда мы были весной и была темень. В общем, поедем до Степансминда. Все, вышли в Степансминде. Там вот Горетти, храм. И нам повезло, мы увидели открытые Казбеги. Почему? Это Троицкая церковь. Ну, Троицкая церковь. Как? Ну, я правильно сказал. Крутяк. С погодой сегодня, конечно, вообще фартит. Да, на самом деле я по поводу даже хинкали не загадываю. Мне по какому супца горячего. Потому что хинкали это уж совсем должно повезти. Ну что, пойдем сюда? Пойдем. Прикольный ресторанчик и отель, станция Казбеги. Ну, оно как, интересно, идем, что там здесь что-то очень вкусно, и, ну, еда такая, нормальная, сойдет, но не фонтан. Цены крайне выше среднего, ниже московских, но там офигенный вид именно на Казбеги и церковь, поэтому того стоит. Что, куда пойдем? Решили от Степансминды до Мхеты добраться стопом. Поймали первую тачку, нас забросили по пути ребята. Не скажу точно, какое название поселка. Какое-то там, что-то там, в общем, сложно выговаривать. А в общем, главное, что мы преодолели свои первые 7 километров из 134. Вот. Зато нас высадили в довольно эпичном месте с башенкой. Ялочка. Горбани. Горбани? Нет, там, ну, Горбани, а сам поселок называется Вардисубани. Вардисубани. Вот. В общем, Вардисубани, вот такая башня. Ну, прикольно смотрится. Я думаю, на камере не так, а в целом классно. Не, ну мы туда. Да, спасибо, дядя. А там прикольные пушистые елки. Ну и вообще красиво, тепло довольно. Здесь, кстати, теплее, чем в Степансминде.